Мы являемся брокерами таможенными. Если мы получаем товары в Европе морским путем, проходим границу, растамаживаем здесь, привозим сюда, размещаем на складе и потом по поручениям клиентов, значит, развозим дилерам по регионам России. Вдоль шоссе скоростных, вдоль железных дорог разумно делать вот логистические склады, которые бы приносили хорошие налоги большие. Широпо охота, это вот такой у нас получился как промкомплекс, которого не было вообще.